стоит охрана, только по пропускам, так что все очень даже серьезно. Вот еще строятся дома даже, комьюнити новое. In 800 feet, turn left onto Rhodes Street. Вокруг очень красиво. Всем привет! Сегодня будет обзор одного замечательного дома, который находится в городе Давинпорт. Мы расскажем все, что знаем об этом доме, сколько он стоит, сколько налоги на него, за сколько его можно сдать и так далее. Покажем, что здесь у нас внутри. Как всегда, по многочисленным просьбам, сначала мы снимем, как выглядит дом снаружи. Обойдем его со всех сторон, потому что это тоже интересно. Вот такой у него фасад. Крыша черепичная, что придает ему уют и красоту. Это кондиционеры. Здесь центральное кондиционирование, а также отопление тоже центральное. Дома расположены достаточно близко, но тем не менее этого достаточно, чтобы звукоизоляция была хорошая. Так, бассейн мы вам еще изнутри покажем обязательно. Вот таков бассейн у этого дома. Здесь аккуратненько все пострижено. Заборчик декоративный. И все. В принципе, здесь тоже как таковой нет своей территории, за которой нужно персонально убираться. То есть вы платите HOA, попозже я скажу, сколько здесь это стоит. И, в принципе, вам стригут газон и деревья, а вы заботитесь только о своем бассейне. Вот то, что находится под скрином. И это вся ваша задача. Чтобы нанять чистильщика бассейна, это стоит, да, где-то около $120, да, в месяц? Примерно, да. Ну, так. Или можете чистить сами, как пожелаете. Но скрин – вещь очень даже хорошая. Она предохраняет от москитов и также от разных там листьев и мусора. То есть гораздо меньше вам нужно тратить сил на очистку бассейна, если есть скрин. Так, вот это все относится к бассейну. Это фильтрация и тому подобное. Все различные щитки. Это тоже к кондиционерам относится. Так, это счетчик на электричество. Электричество здесь считается каким-то образом автоматически. Вам не нужно снимать показания свои. Все вам снимается, и с вас деньги со счета тоже снимаются автоматически. Сколько насчитали, столько и придет. Электричество на такой дом, конечно, уйдет, ну, где-то долларов в месяц, в среднем около 300, я думаю, где-то, может быть, 250. Итак, как и у многих вакейшн домов, здесь для удобства есть вот такой вот замок. Вы набираете код и входите. Что мы сейчас и сделаем. А еще здесь есть такой вот сюрпризик. Вот сюда вы складываете свой мусор и используете это как лавочку, если хотите. А мусор приезжают каждый день, убирают службы специальные. Это все входит в HOA услуги. Я вам все подробно расскажу, что почем. Смотрим, что внутри. Заходим мы в этот прекрасный дом. И что мы видим? Вот есть даже такая вот небольшая гардеробная. Это большая редкость, кстати. Далее, сразу здесь у нас зал, living room. Плавно переходит в обеденную зону. Как всегда, здесь все включено.
И этот дом покупался также с мебелью. Сейчас я вам о нем все расскажу. У меня на листочке все записано, что здесь есть и почем. Продан он был в 2018 году за 390 тысяч 700 долларов. И что еще можно сказать? Здесь 5 спален и 5 ванных. 5,5 даже. Как я вам уже говорила, этот дом покупался с мебелью. Кстати, надо заметить, что сейчас стоимость дома уже 442 тысячи долларов. Кстати, эта цена может падать, если все-таки кризис даст о себе знать в ближайшее время, то, скорее всего, цена упадет. И, возможно, она упадет до той же суммы в 390 тысяч, может быть, еще меньше, мы не знаем. Посмотрим, жизнь покажет. Пока на данный момент информация у меня такая. Как вы видите, все очень уютненько. А на первом этаже у нас здесь лондри рум, где стирают и сушат. Очень много различных кладовок. Здесь стоит бойлер. Он подогревает воду. Таким образом, здесь везде вода подогревается. Здесь у нас что? А здесь кондиционер. Центральное кондиционирование, как я уже и говорила. Здесь у нас кладовка. Она закрыта на ключ. Идем дальше. И поднимаемся на второй этаж. На второй этаж лестница покрыта карпетом, что так обычно и бывает, это стандартный вариант. На втором этаже везде здесь, если посмотрите, карпет, что очень даже стандартно. А внизу плитка. Это такая игровая зона, зона отдыха, часто бывает на вторых этажах. Так как я сказала, здесь 5 спален. Попробуем не заблудиться. Вот здесь одна из спален детская. Все очень даже миленько. У детской есть свой туалет-ванная. Далее. Вообще, год постройки, сейчас скажу, 18-й год. То есть это новый дом. Здесь все такое новенькое и приятное. Здесь вообще для 4 детей детская. У них есть также свой туалет и ванная. Здесь у нас просто, скорее всего, комод. Далее идем. Здесь что у нас? Тоже кондиционер. Конечно, здесь очень много кондиционеров. Как минимум, наверное, 2, как мы видели на улице. Так как дом не маленький. Это одна из спален взрослых. Здесь тоже у них свой, естественно, есть туалет и ванная комната. Две раковины. Возможно, это считается мастер-бедрум. Точно непонятно, так как комнат много, примерно все они одинаковые. Вот еще одна спальня для взрослых. В каждой комнате есть телевизор. Здесь у них гардеробная. Да. Сейчас все пусто. Вот этот дом и похожие дома чаще всего сдаются как вакейшн дома. То есть дома на сутки и более, на месяц, на короткую аренду. То есть вы можете сдать даже на сутки этот дом. И цена будет варьироваться от 200 долларов за сутки до 800 долларов за сутки в зависимости от сезона и тому подобное. Мне кажется, я все проверила здесь комнаты. Может быть, какую-то пропустила. Извините, я заблудилась. Но смысл понятен, думаю, вам. Ванных и туалетов здесь 5,5. Так вот эта половинка... Вот этот вот как раз туалет. Здесь нет ванны, здесь просто туалет. Он очень удобно расположен рядом с бассейном. Бассейн, как вы видите, вот здесь. На кухне полный набор. Холодильник, плита, микроволновка, тостер.
И, конечно же, посудомойка. Без нее никуда. Что можно сказать еще про этот дом? HOA здесь $399 в месяц. Это обслуживание дома. Таксы, налог на недвижимость 6385 долларов в год. Далее, паркинг, одно парковочное место, гараж. Вот я вам хочу показать гараж здесь. Возможно, он на две машины. Сейчас посмотрим. Гараж на две машины. Здесь всякая утварь и тому подобное. Итак, мы нашли мастер-бедрум. Вот он, оказывается, да, он побольше. И обычно, если есть бассейн, то он располагается прямо-таки напротив бассейна, чтобы смотреть на такую красоту. И, конечно же, в мастер-бедрум побольше ванная. То есть есть здесь и ванная, и душевая. И две раковины обязательно есть. Ну и, естественно, туалет здесь тоже отдельно открывается. О! Здесь еще есть большая гардеробная у них. Такая мини-комнатка целая. И туалет вот здесь вот отдельно закрывается, что тоже очень удобно. Вообще этот дом, как и предыдущий дом, это очень стандартный дом, который строится сейчас в целом во Флориде. Вот такой вот стандартный дизайн у всех домов. Мам, ну ты меня, ты вот только меня смущаешь. Размер данного лота, то есть это не размер дома, не метраж дома, это размер земельного участка, 4792 скверфита. Переведите, пожалуйста, это очень тяжело в уме перевести такие цифры в наши квадратные метры. Или сколько это соток. Сдается этот дом помесячно за $3500 в месяц. Ну вот, в принципе, это и вся полезная информация, которую я могу с вами поделиться. Этот дом покупался с мебелью, еще раз говорю, потому что он рассчитан на сдачу посуточно. Такие дома обычно сдаются сразу и продаются с мебелью. Здесь у нас есть гриль газовый. Очень удобная вещь. Готовь, не хочу. Здесь уже бассейн без подогрева воды. Вот предыдущий дом, посмотрите обязательно обзор предыдущего дома, он с подогревом воды. В нем вот такой вот плюс, но он больше, он подороже будет. Ну, такая вот сетка, она для безопасности детей. Вот такие вот детские правила в бассейне. Можете почитать, ознакомиться. Вот она, еще одна обеденная зона на веранде. В общем-то, это все, что мы хотели показать и рассказать вам об этом доме. Всем пока, до новых встреч! Решили еще показать вам клабхаус, хотя здесь все закрыто, на карантин тоже. Но так издалека мы вам покажем, как здесь красиво. Когда все откроется, мы надеемся скоро, мы покажем все это в действии, как все внутри красиво. А сейчас просто постараемся снять снаружи, насколько это возможно. Потому что очень красиво вокруг, здесь гольф-поля, да. Вокруг домики и гольф-поля. Я стою на заборе, чтобы снять для вас эксклюзивное видео. Как сейчас все пусто, посмотрите, пожалуйста. Здесь бассейн, если видите, и не один. Все очень красиво и очень-очень тихо. Никого. Держусь на одной ноге и снимаю видео.
Очень страшно. Вот, держусь за домик. Надеюсь, скоро все откроется. Тихо. Благодать. Вот там аквапарк вдалеке, если присмотреться. Но, к сожалению, мы сейчас пройти туда не можем. Снимем уже в следующий раз. Вот, видите, там барчик такой. Это не один бар, их здесь несколько. Вот еще отсюда вид интересный на всю эту красоту, которой сейчас никто не пользуется. Вот, видите, это аквапарк детский. И ни одной души. Такая красота. Не только наша машина на паркинге. Мы уж было хотела перелезть, думали, но потом все-таки думаем, что это слишком криминалити. Вам так просто покажем. Там есть, называется Lazy River, по-русски это ленивая река. На таких вот бубликах вы можете потихонечку скатываться по такой речке искусственной. Но показать мы вам этого не можем, к сожалению. Ну вот, в принципе, и все, что мы можем сейчас вам показать. Обратите внимание, какая тишина, какой зомби-ленд. Никого. Только мы. Здесь очень классный вид на гольфовое поле, на озеро. Ну, странно, смотрите, здесь гольфистов тоже нет. Вообще у нас около нашего дома, вокруг нашего комьюнити, гольф-клуб. И они там каждый день, с утра до вечера, им все нипочем до сих пор, они играют. Здесь почему-то выходной. Всем пока-пока!